Ого! Вот это была анимация эпичная! Что-то спиннер. Он прям закрутил меня просто и убил. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Зебра, Подлючка, пацаны, поздравайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Наконец-то вышли новые монстры с игры Garden of Banban. Будем сегодня делать обзор и смотреть, какой же самый монстр классный и крутой. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Первый у нас Bad Bat. Ого, вам тоже слышно эти звуки, как он ходит? Ага. Да. Щупальца у него такие. Прикольный зуб. А он стрёмный, он очень стрёмный. У него зубы такие дебелые, смотрите. У него еще что-то на теле есть. Для Бэкрумса пойдет, в принципе, такой монстр. Я ему бью по пупку. Ой, ну там не пупок немножко был. Что-то другое. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Вы готовы его мочить? Да. А теперь он вас тоже будет мочить. Ой, смотрите анимацию. Видели, он щупальцами убил? Да. А ну пусть меня замочит. А у него рандомно это происходит. Анима у него никакого скримака там, анимации никакой? Ну есть, есть. Он, вот, он вот подбрасывает. А ну я хочу, чтобы он меня тоже так убил. На тебе, жопа, стоять. Да блин, он не хочет мне так делать. Еще раз надо, еще раз. Давай я. Стой, стой же. Да не хочет, он Балди что-то не сильно любит. Он типа... Во, есть! Офигенный скримак! Просто классно, ребята, ролик заслуживает 100% вашего лайкосика и классный коммент. Все, давайте его мочить, потому что у нас впереди очень много классных монстров. Я, короче, беру, наверное, админский пистолет. Мы это увидели. А что там же за вертолеты? Вот это мне вот интересно. Ребята, мы убили его, а щупальцы живые. Эй, вертолетчик, а он убьет меня эти щупальцы? А, не дамажит. А было бы прикольно, да? Если бы они дамажили. А помните, был такой тоже челик, который брейкданс сломал, когда его убиваешь? А, да, мистер Икс, я помню. Я понял, там он... Так, хорошо, давайте следующего. Следующий у нас... Хукадакси какой-то там. Не знаю, как там написано, немножко сливается текст. Черепаха. Черепадла. А, ну ладно. Она так дышит? Это танцует она или что? Я не понял. Я зато сальтухи кручу. Так, короче, ребята, давайте будем мочить. Ну, она нас будет, наверное, мочить. Хочу тоже анимацию. Ого! Ого, что-то громко! Мне интересно, есть тоже скример у нее или нету скримера, это черепадла? Ну, что-то такое наподобие... Ой. Обстоятельства, я понял. Все нормально. До встречи, ребята, отличнейшая. Надеюсь, вы смотрите наши ролики и улыбаетесь. Без причины. Она когда видит эту игрока, она ускоряется. Да? Да вообще. Гусанёк, ну мочи ее. Ты же видишь, что это психичка? Все правильно, правильно сделал. Место ей, знаете, где? На мусорке. Следующий у нас Hungry Tammy. Ой. Я забыл его включить. Отключить искусственный интеллект. Ну нормально, будем сразу мочиться с ними. А что у него за глаза на пузе? Ух ты. У него, короче, пупок ожил. А есть какая-то анимация? Давайте проверим. А ну-ка, стоять. Мочи меня. Жопа. Не, он мне жопой убил. Просто садится на меня жопой и все. Да, очень странная смерть. Вот смотрите, ну что, мне как-то стыдно умирать от такой смерти. А нет, есть у него анимация. О, я видел, да, он сальтуху закрутил. А ну меня убей, жопа. Не, ну то, что ты жопа, я уже понял. Вот, только что было. Я видел, да. А анимация есть при смерти, когда он меня намочит? Ой. Прикольно, телек подлетел. Эй, слышь ты? Иди сюда, щенок. Они там булят. Все, мочите его срочно. Он неадекватный. Он сбежал в психушке. А, он может все-таки ходить. А вот он. Все, пацаны, он обиделся немножко. Да все, прекращайте, дайте дурачкам оружие, видите, что они начинают делать. Так, следующий у нас Ханки Джейк. А что это за танцы у них такие, я не понял. А я стою и танцую. А что он нас не убивает? Он же должен нас убивать. А он нас не убивает? А у вас тоже немножко руки как-то подлагивают, когда он ходит? Нет. Нет. А, да. А что не убивает нас? Ты жопа. О, все, разозлился. О-о-о. Он все равно не убивает. А че он...
Не, понимаешь, ты хочешь на меня вот это пузо своим вонючим меня трогать? Мне это не нравится совсем. Он, знаешь, ну, давай я попробую вселиться. Он как будто дотрагивается, но он как-то... О, давай, давай, может ты как-то анимацию сможешь делать? О. Ты вселился? Да, я вселился, вот он. А ну, есть анимация убийства как-то? Во, как ты сделал это? На правую кнопку мыши. Во, мы теперь сможем каждого посмотреть их анимации. Я лечу. Это очень странно, ты как-то летаешь. Так, давайте тогда я отключу игнорировать игроков, сделаем. Так, Гусоняк, я тогда тебя буду мочить. Давай. На, по коленке лупану. У него же нету правой кнопкой мыши, точно. Прикольно. Так, следующий у нас Ханки Джейк. Такой же, наверное. Не, другой. А, кстати, руки тоже подлагивают у него. А чё он похож на бегемота, да, как-то? Блин, ребята, они такие смешные. А чё у тебя жопа красная? А ему ремнём побили её. А это ты вселился, Гусанёк? А нет. Не вселялся ещё. Давай, вселяйся. И на правую кнопку мыши мне нажмёшь. Ой, ой. Обстоятельства. Да у меня просто админский пистолет был. Понял. А ну я вселился. Да, правую кнопку мыши нажимай. Не убивает. И он вообще не убивает. А, стойте, наверное, надо вот... А, он вот бьет. Есть. Он бьет. А, давайте игнорировать игроков выключу, давай. А, нету анимации у него. Кстати, у него на пузе прям реально отображается... Видели? Дом, здание. Полноценное отражение. Это RTX. Пузная RTX. Как-то странно, ребята, это все работает. Через одно место. О, ладно, на тебе, щенок. Так, следующий у нас Джестер. А нет, да, Джестер. Их там два просто, ребята. У него как-то голова напополам. Только не мочите, он сразу нас начнет убивать. Блин, он стрёмный, вот честно скажу. Ну реально стрёмный чилипиздрик. Весь в крови. Для Бэкрумса пойдет. Да? Ну, я не знаю. А почему тут Бэкрумс? А, там просто был самый первый монстр, как вот эти Бэкрумсы. А ну давай, разозли. Разозлись! Морда, бей нас. О, все, заскамили его. Ой, блин. Ну ты не пройдешь там. Ты не пройдешь. А что, он даже не убивает? Это мой друг. Дурак давай, какой-то галимый. Не, у нас их еще много. Давайте, следующий Джастер. О, так это просто другого цвета он. О, дайте ему посрачника дам. По жопе с ноги буду бить, а ничего не происходит. Короче, давайте мы ноги поломаем, что мы... Давай, бей по ногам. Ой, блин, не хотел. О, все, разозлился. А все, что не убивает нас? А ну-ка, давай я вселюсь. Ну давай. О! А ты не можешь убивать нас, а почему? А ногой меня с ноги в голову зарядил. Нет, не надо, я хороший. А ну-ка, у него анимация есть? А ну давай. О, есть! О. Есть такая штучка, да. О, Гусуник, дай тебе кое-что покажу, выходи. Ой. Давай. Пойдет? Интересная тема. Так, следующий у нас Мами Флоуэ. Мами. Как ты говорил там. Настроение отлично, ребята. А что-то у него вместо ног получается, что у нее? Листья? Листья. Это эти, как они называются? О, давайте я вселюсь. Давайте я попробую. Процесс. У нее кувшинки, короче, вместо ног. Не, ну быстро бегает, очень быстро. А что звук из Майнкрафта, кстати? Я слышу звук из Майнкрафта. Как бегаешь. А ну давай попробую убить тебя. А ну что, из Майнкрафта, реально? А, для того, чтобы, наверное, убивать на правую кнопку мыши, она прям хорошо прицеливаться, да? Ну, на правую кнопку мыши это анимация убийства. Не у всех есть, потому что вот я нажимаю, у меня, например, мышка чуть не горит уже огнем. Не работает. Давайте ее заагрим. Эй! Блин, не получилось заагрить. Они тоже как-то после смерти, да, что-то выдумают, она ерунду какую-то. Колбаса! Танцуют все! Это Гусанёк после школы. Это... Радуется. Да я за ту сальтуху, смотри. Опа. Ну конечно. Конечно. Мами Флоуэ. Это другая, кстати, уже чилипиздриха. Это какая-то пошарпанная. Ну да, это уже это, завявшая какая-то. А ну давайте ее загрим.
Во, все, есть, загрелась. Давай, 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 давай. Но она не убивает. А что такое, интересно? Ай, раз ты не можешь, я тебя замочу. Хорошо. Мистер Грим. О. О, прикольный кот какой-то. Это какой-то единорог. О, анимация есть. Он меня сожрал. Это громко. Тогда, блин. По ушам бьет прям сильно. Пошел, пошел, челепиздрик. Ой, он пошел, он пошел. А он не может заходить в здание, они как-то странно некоторые управляются. Заходят. Некоторые, да. Ох ты, блин, на расстоянии убил. Ой-ой-ой, еще и взрывом. Давайте, мочите его, срочно. Молодец, все. Моя школа. Ай. Так, следующий у нас просто пинг. Ого, сколько уж у него глаз. А что на руке, глаз большой или что это у него? Да. Давайте посмотрим. Есть. Тоже анимация. Опять так, пусть шаг. Меня убьет. Убей меня. Блин, он своим глазом мне в голову зарядил. Так, надо возвращаться, чтобы он сюда пришел. Да вы далеко, пацаны, бегаете. Давайте мы его еще раз поставим поближе только. А ну. А ну, мочи меня. Просто такой удар. Ого, вы видели? Вокруг него глаз прокрутился. Во! А у меня, короче, был на расстоянии. И глаз вовнутрь засовывает. Видели, у него еще один глаз в животе есть. Да, тут три глаза. А он еще убивает на расстоянии, короче. Да что ж ты делаешь, а? Все, убивайте его, он мне же надоел. Блин, вовремя ты его убил? Вовремя. Блин, ладно. Так, этому человеку больше не выдавайте оружие. Ха-ха-ха, не этим пользоваться. Так, следующий у нас Сес. И что это за желудь какой-то на ногах? А у него текстура на дерево, да, похоже, пацаны? Ну, деревянная желудь. Нет, такое ощущение 3D-ручка. А ну давайте его загрем. Мне нравится тем, что они сразу не агрятся. А он не может меня убивать, да. А что случилось? Они как-то убивали, теперь не убивают. Не, они как-то по-разному все. Убил. А это ты, кусонек, меня убил, да, когда вселился? Да, да. Да, анимация крутая. Так, давайте гусеньку кое-что покажем. Моментальная смерть. Так, нечестно. Так, следующий у нас Сес, только другой. Ой, это какой-то блестящий. Это мажорный, короче, VIP. Это, короче, отполированный уже. А смотри, как он танцует, как будто танцы лупашат. Ремонт. Куда? Да ладно, что ты. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы их всех будем взрывать. Так, Смайли Мэйли. Ого, он громко ходит. Это что, каменный он, что ли? Глаза голубые такие. Ну какой-то, что ли, кристаллический какой-то. Ну да, давайте посмотрим притирку его. Это текстурка. Грязный алмаз. Два хвоста. Отойдите, я его загрю. Я предупреждал. Все. Он как-то странно бегает. Я тут. Я чувак тут. Я здесь. Отлично. А, это мой друг. Это мы с ним танцуем. А, не, сожрал. Ой. Мой друг меня съел. Да что ты, блин, мне это снится будет. Кстати, у него звуки как из FNAF, когда он кричит. Ну давай, иди сюда, челепиздрик. Давай, иди сюда. Просто леща мне прописал. Красава. Хорошо, надо его убивать. Больше ты никого не обидишь. Так, Смайли Мэйли, только другой. Их тут по два штуки. Один элитный, один конченый. Короче, бедный против вас. Так, а ну отойдите, я буду его агрить. Я думал, это он меня убил. Ну давай, давай, убей меня. Я тебя не боюсь. Ну, сможешь? А, ты не можешь меня убить даже. А он степлю. А, смог. Все, забирай свои слова назад, это было мощно. У тебя они довольно-таки быстрые. Не успеет. Они слепые. Немножко испугался, что меня успеют убить. Не могу сделать. Там атоки. Такая черепаха. О, черепадла, да. Привет. Две головы, нет, да? Нет, тут голова черепахи и... И гусенька. Нет, это гиконг. Ой, что я сказал? Гиконг? Отойдите от него, я буду вагрить. Это Кинг-Конг, да, Ваня? Нет. Да. О, все, разозлился. Ну и что ты мне сделаешь, что? А ты вот
все. Ой-ой-ой, я прям в животе у него побывал. Мочи, мочи их всех. Все, побежал. Давайте мы его замочим, потому что мы еще должны их всех взорвать мощной бомбой. Баба. Так, предпоследний. Там атаки демон. Ух ты, какой он стрёмный. Может, он ну, очень типа такой, знаете. Дружки, а он в огне побывал? Представьте ночью такого челебиздрика увидеть. Я бы обосрался. Это, короче, этот загорел, мармелад. Он это такой... Типа этот, пластиковая игрушка в огне побывал. А чё меня не убивает? А, гусанёк завселился. Гусанёк, ты чувствуешь, как тебя дамажит? Нет. Правильно, потому что я еще и не стрельнул, а теперь стрельнул. Так, ребята, последний. Токсик Газер. Токсик, ой, да, кстати, похоже на токсика, есть такое что-то. Они так прикольно бегают. Зеленый цвет. Че, брызги делает? Цвет рыгания, да? Куда он ушел? Эй, возвращайся, щенок. Гони, гони. Сожрал нашего. А ну пусть он меня убьет. На, по башке просто, с ноги, ой, руки. Ого, вот это была анимация эпичная. Что за спиннер? Он прям закрутил меня просто и убил. Хорошо, давайте будем мстить ему. Где он? Щенок. Ребята, как и обещали, сейчас будем мы их ставить и всех мочить. Так, три скина пока что. Давай три. Посмотрим, кто из них самый живучий, потому что это полноценный обзор. Как всегда, мы смотрим, кто как мочит, а потом кто как умирает. Ого, меня откинуло. Ребята, я в космос. Так, давай теперь еще три. Никто там не умер. Отойдем подальше, чтобы на всякий случай. Во, уже трое умерло. Так, давайте теперь смотрим, сколько осталось у них. Так, умерло всего 4 монстра или 5. Давай еще скидывай. Нет, там чуть больше уже. Ой, красиво! Смотрите, как они разлетелись просто. Так, самый живучий оказался у нас... А, их еще трое здесь? Четверо? Четверо. Так, давай, сбрасывай. Давай, давай. Ой-ой-ой, красиво ты их скидываешь. Два. Вот, так. Отсеивается. Еще меньше осталось. Так, остался у нас слизняк, это токсик, черепадла и самый первый монстр. Да ладно, сколько уж у них жизни. Кидаю еще. Давай, вот, последний у нас умер, токсик. Ну, по названию сразу было видно, что он самый живучий. Токсики, ребята, всегда самые живучие. Если вам понравилась эта серия и этот пак монстров Garden of Bomban, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну, а всем отличного настроения и всем пока. Давай, папа, ура.